Всех приветствую, канал «Учимся делать все». Сейчас у меня на распаковке и на обзоре будут вот такие электронные кухонные весы марки SF400. Вот так выглядит коробочка. Вот так она выглядит с другой стороны. Сразу здесь обозначения идут, что она может быть и на 500 грамм, и на 5 килограмм, и на 7, и на 10. Да сейчас посмотрим, насколько они у нас идут. Здесь мы видим информацию, что автоматические включения-выключения, автоматически 0. Функция, можно выбрать грамм или унцию. И также питание от батареек 1,5 вольта. От двух батареек типа ААА, то есть мизинчиковые. Ну, вот, в принципе, коробка вот так выглядит. Ничего в ней такого особенного нет. Легкая коробочка. Посмотрим, что внутри. Так, у нас встречает сама инструкция. Инструкция на английском языке. Вся мы видим. Это лучше, чем на китайском. Вот, хотя сейчас переводчики, можно все понять. Все, здесь инструкция. И вот сами, собственно говоря, весы. Упакованы в такую пупырчатую пленочку. Упаковочку, все, больше ничего здесь нет. Сейчас мы это уберем. И приступим к обзору и к тестам самих этих весов. Итак, вот они весы. Перед вами размеры все на экране. Вы видите ширина, высота и длина, а также диаметр чаши. Не чаши, а вот этой самой подставки. Они идут без чаши, то есть идет просто вот этот вот сам диск, на который кладутся и все. Есть вариант с чашей, но вот эта модель без чаши. Вот SF400 модель. Здесь тоже мы видим, что они 10 тысяч грамм, то есть 10 килограмм поддерживают, или 353 унции. Ну, унция – это единица измерения, которая в англоговорящих странах принята, в частности, в Америке используется. Вот мы видим здесь 0, тара можно выбрать, и вот грамм или унция здесь. Также есть кнопка включения-отключения, выбор, мода – это выбор режима грамм или унция, и тара – это зафиксировать 0, чтобы… Ну, сейчас покажу все. Вот, на обратной стороне мы видим тоже информацию о том, что у них автовключение, автоотключение автоматически 0, и функция грамм или унцию можно выбрать. Питается от двух батареек, 1,5 вольта, тип ААА, мизинчиковый. Откроем, посмотрим. Вот они, получаются соединены последовательно, две эти батарейки. И общий вольтаж составляет 3 вольта. Автоотключение, кстати, о котором здесь говорится, минута 36 секунд. То есть, если вы нажмете на кнопку, и они через минуту 36 секунд, если вы ничего делать не будете, они отключатся. Вот, получается, сама чаша. А, кстати, вот еще здесь вот видно, вот как они будут функционировать. Вот здесь вот есть вот эта вот железная такая вот стальная часть, на которую будут давить, и которая будет считывать информацию. Вот. В общем, вот такие вот весы. Сейчас посмотрим, как они будут работать. Повторюсь, модель идет это без чаши, просто вот диск, взвешивательный и все. Итак, нажимаем на кнопку включения, прогрузился, вот видим, 0 отображается. Если мы нажмем, отображается 0 грамм. Если мы нажмем на выбор, то мы можем выбрать унцию или можем выбрать грамм. Ну вот смотрите, что у нас получается. Надеюсь, так вот все будет видно, вот этот нолик. Возьмем, для примера, вот обычный кисель. И в нем есть вот информация, он запакован, и в нем есть информация, что 170 грамм. Кладем его, и вот видно 175 грамм. Ну, имеем в виду, что упаковка тоже считается, это вес нетто. Или вот знаменитый казахстанский шоколад. Здесь пишется, что вес у него 100 грамм, опять же нетто, ну, то есть чистый вес. Кладем и смотрим 105 грамм. Ну, то есть фольга и картон будет 5 грамм занимать, да? Или другие, кстати, знаете, есть мелкие. Возьмем вот, например, ванилин. В нем описывается, что чистый вес 2 грамма. Посмотрим, будет ли он считывать его. Оп, положили 3 грамма. Ну, пакетик тоже имеет вес примерно 1 грамм. Так, следующий вариант для плова приправы. Здесь пишется, что 20 грамм. Кладем 22 грамма. Ну и вот, в принципе, таким же образом возьмем еще конфетти. Конфетти, продукт кулинарный здесь. 15 грамм плюс-минус 3%. Вот, взвешиваем конфетти. 15-16 грамм показал, да? Вот. Это касаемо нуля, который мы используем всегда для обозначения. Но если, например, нам нужно насыпать что-то конкретно по весу и насыпать в какую-то чашу. Ну вот возьмем, скажем, вот такую большую чашу. И нам в нее нужно насыпать там 200 грамм, скажем, риса, да? Вот у нас чаша 164 грамма. Чтобы не высчитывать на калькуляторе что и как, мы просто нажимаем вариант тара. Он обнуляет, получается, чашу. То есть как будто ничего сейчас нет. Если мы берем, мы видим минус 164, да? Вот ставим чашу. И все, у нас 0. И затем берем необходимый продукт, в частности, например, рис для нас, и насыпаем сюда, ну сколько там, 200 грамм, например. Вот так, таким образом насыпаем, добиваем его до 200 грамм, к примеру. Мы хотим что-то приготовить. Вот все, 200 грамм у нас готово. Соответственно, если мы убираем, то минус 164. Вот здесь получается чистый вес 200 грамм. Но если мы обнуляем опять тару, 0, то тогда будет здесь 200-363 грамма. Будет, ну, учитывая, что чаша тоже сколько-то весит, да? То же самое касаемо каких-то других мелких. Вот ставим сюда. Эта чашечка весит 14 грамм. Мы берем тару, обнуляем, все, 0. И нам надо сюда насыпать, скажем, 10 грамм чего-то. Опять же, берем рис, для примера. Начинаем сыпать.
Ой, ну, короче, вот. Предположим, что мне надо было 15 грамм насыпать. Вот, все, 15 грамм чистого веса. Вот. Вот видите, 14 грамм. Да, получается, вот этот 1 грамм я отсюда забрал. Вот. Вот 1 грамм. 0 добавляем. Вот. 15, ну, 16. Ну, здесь плюс-минус, да? Вот. Достаточно все точно измеряет. Все, прибор хороший. Самое интересное, что он рассчитан до 10 килограмм. Если вы живете в странах, где принята унция, то нажимаете, опять же, моды, выбор. Вот унция. Помните, здесь было 16 грамм. И вот сюда ставишь. Одна унция. Примерно. А здесь было 300 с чем-то грамм был. Сюда ставим вот сколько? 12,8 унций. Тут же можно переключить сразу его в килограммы. Вот 363 грамма. Вот и все. Ну и, соответственно, если вы будете измерять что-то более весомое, вот я сейчас нажимаю, вот видите, идет там 2,9 килограмм, там 3, 4, 5. То есть вот я давлю на них, граммы, в принципе, отображается все корректно. Поэтому вот хорошая приспособа для кухни, для тех, кто готовит разные блюда. Думаю, что тоже найдете для себя что-то полезное. Поделитесь этим видео с теми, кому думаете, оно будет принесет пользу. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И хорошего пользования подобными весами. Всем пока.